Мэри, когда ты узнала? Недавно. Но я знаю точно, что отец не ты, Марк. Мэри, ты, конечно, считаешь, что это не мое дело. Но я помню, когда вы с Мейсоном начали встречаться. Хорошо помню. И что? А то, что ты не узнаешь, кто отец, до тех пор, пока не будет сделан анализ. А его не делают на ранней стадии беременности. Кажется, я все понял. Что ты понял? Почему ты торопишься с аннулированием? Если церковь решит, что это мой ребенок, то может не дать согласия. Марк, это все не то. А если бы я вообще исчез с горизонта? Мейсон бы даже не сомневался, его ли это ребенок. Я бы не вмешивалась на твоем месте. Да? А что? Марк, это вряд ли твой ребенок. Но если ты будешь настаивать, я расскажу Мейсону все. Все? Да. О том, что ты изнасиловал меня. Мейсон. Лайонел, что ты хочешь? Есть предложение, Мейсон. Если это касается моего отца, то я как сын на его стороне, Лайонел. Да, это касается Сиси. И Памелы. Да. Твоей матери. Я так долго ждал этого. Я тоже. Но я боялась. Боялась? Меня? Что это? То, что я приготовил для тебя. Для меня? Я хотел отметить годовщину нашей свадьбы. Вместе с тобой. Сантана? Кейт, что ты тут делаешь? Не знаю. Может быть, ты скажешь. Скажу, что это не очень-то умный поступок. А ты рада видеть меня? Да, да. Конечно, Кейт. Но давай сейчас не будем об этом. Я ужинаю с Крузом. Он вот-вот придет. Да, но ты звонила мне. Звонила? В офисе ты сказала, что хочешь встретиться со мной здесь. Нет, я ничего такого не говорила. Привет, Джина, что тебе надо? Повидать тебя. Зачем? Я видела, как ты вел Брэндона к Розе. Так ты шла за мной? Да. Зачем? Может быть, это глупо? Ты бы не приехала сюда, если бы считала это глупым. Так в чем дело? Ты, конечно, скажешь, что я напрасно вмешиваюсь. Рискни, Джина. Мне так не нравится, как Сантана... Нет, я не должна. Постой. Любопытство сильнее меня. Как Сантана что? Тед, включи-ка воду посильнее. Ну вот и все. Можешь класть вещи. Подожди, мне надо убрать квартиру. Зачем? Здесь порядок? Нет, подожди. Надо протереть полки. Смотри-ка, ты испачкалась. Спасибо. Я смою после уборки. По-моему, неплохо. За 100 баксов такая квартира, а? Потрясающе. Только вот гидроматрас подкачал. Он такой старый, наверняка протекает. Никогда я не спала на таком. А ты? Один раз. Правда, не всю ночь. В
О, протекает. Я так и знала. Сейчас я посмотрю. Тед, зачем я только согласилась с тобой? Я сама виновата. Все нормально. Это выпускное отверстие. Его надо зажать. Вот, вот тут. Все в порядке. Успокойся. Я знаю, ты нервничаешь. Я тоже. Да? Да. Ну вот. Ничего. Дай мне плоскогубцы, пожалуйста. Знаешь, мы слишком увлекаемся. Я боюсь этого. Увлекаемся? Я привыкну к тебе, а тебе это может не понравиться. Мне? Да. Иди сюда. Ближе. Что делать? Дай мне инструменты. Где они? В другой комнате. Черт возьми, а? Где они? В шкафу? Нет, наверху. Что? Ты в порядке? Да мы тут не одни. Надеюсь, ты умеешь плавать. Говори, Джина. Круз, я знаю, как ты ко мне относишься. Но я никогда не забуду, как ты заступился за меня перед Сиси. Я просто восхищаюсь тобой за то, что ты отступился от Иден, несмотря на ее развод с Керком. Я знаю, как это тяжело для тебя, поэтому я так переживаю за того, что тебя обманывают. Понятно. Так это ты звонила мне сказать, где искать Сантану? Да, я. По-моему, ты имеешь право знать правду. Надеюсь, ты не заблудишься на обратном пути. У меня встреча. Я не хочу опаздывать. Подожди. Ты мне не веришь? А я говорю правду. Зачем мне лгать? Понимаю, тебе неприятно, но я почти ничего не сказала. Я знаю, это в твоем стиле оказывать подобного рода услуги. И все же не стоит совать свой нос в чужие дела. Моя жизнь с Сантаной тебя не касается. Поняла? Вот тут ты ошибаешься, Круз. Пока вы с Сантаной опекаете Брэндона, все, что касается вас двоих, мое дело. Ты не думаешь, что интрижка Сантаны может задеть Брэндона? Я не желаю больше тебя слушать. Убирайся. Уходи. Круз, извини, что расстроила тебя. Жаль, что пришлось сказать это. Но, судя по твоей реакции, ты мне поверил. Спокойной ночи, Джина. Возьми-ка, Джимми. Пахнет вкусно. И еще бы. Хорошо, что ты договорилась с владельцем. Если бы он не разрешил мне использовать эту кухню, не знаю, что бы было. Обычно я не обслуживаю вечеринки в барах на пляже. Но сегодня... Я очень тебе благодарна, Дрю. Иден, сколько мы уже знакомы? Нет, не отвечай. Хорошо, когда мы закончим здесь, отвезешь меня в город? Может, лучше пойдем в клуб Монтичита на открытие? Я даже не знаю. Иден, будет здорово. Не вижу восторга. Ты прав, хорошо. Пойдем, но я хочу переодеться. Ладно? Отлично. Хорошо. Пошли сейчас. Джимми один справится. Хорошо. Пойду посмотрю, все ли в порядке. Подожди меня. Ладно. Ну как? Все отлично, малышка. Спасибо за помощь. Не за что. Маме нравится? Да, конечно. И мне. Наверное, сегодня удобно сказать, что ты знаешь об операции. Не знаю. Не уверен, что мы с мамой готовы к этому разговору. Мне кажется, ты не говоришь об этом не ради мамы, а ради себя. То есть? Тебе просто хочется думать, что ты поступаешь так ради нее.
Я помню, моя дочь выговаривала мне за то, что я слишком интересуюсь ее личной жизнью. И я перестал. Сделай мне подобное одолжение. Кто бы ни звонил, он знает о нас. Это невозможно. А если это звонила я и просто забыла об этом? Нет, я не могла. Хотя последнее время, когда я ложусь спать, я не могу вспомнить, что делала днем. Может, я схожу с ума? Конечно, нет. Мы оба знаем, почему ты несчастна. Из-за мужа. Я в этом уверен. Нет. Нет, Крус не такой, как ты думаешь. Он очень занят. У него много работы. Какой вздорной мне казалась Иден, когда жаловалась на Круза, что он столько работает. Наверное, я совершаю ту же ошибку. Я очень уважаю Круза. Но ты не нужна ему. А мне нужна. Кейт, не надо. Хорошо. На северном пляже есть одно местечко. Там продают еду, выпивку. Оно закрывается на закате. Знаешь его? Да. Если ты надумаешь прийти, я буду ждать тебя там после закрытия в течение часа. Надеюсь, что ты придешь. Мэри, не думаешь же ты, что я готов просто забыть о том, что у меня, у нас может быть дочь или сын? То, что ты называешь изнасилованием, Мэри, для меня было проявлением любви. Жаль, что ты не понимаешь этого. Ладно, Марк. Я не буду больше стараться изменить твой взгляд на то, что произошло. Но и ты не сможешь изменить мой. Я скрывала все, как ты просил. И не заставляй меня рассказывать об этом Мейсону. Иначе ты догадываешься, что может быть. Да? И что же, Мэри? Если я скажу ему, что ты сделал, он аннулирует твою медицинскую лицензию. Правда? Не думаю, Мэри. Я тебе нужен по делу о разводе. Чего ты хочешь от меня, Марк? Зачем ты мучаешь меня? Если я тебе хоть немного дорога, как ты утверждаешь, почему ты хочешь лишить меня возможности быть счастливой? Возможность Мейсон? Марк, ты мне кое-что должен. Да, должен. За тот ад, в который ты вверг меня, за ложь. За то, что овладел мною, хотя знал, что я не хочу тебя. Ты должен мне. Мэри, я не буду тебе мешать. Не думай. Я не буду против развода. Только обещай мне кое-что. Обещай. Что? Если подтвердят, что ребенок мой, ты признаешь это. Я хочу, чтобы у него было мое имя, Мэри. Тогда ты все расскажешь Мейсону. Если он любит тебя так, как говорит, он должен будет смириться с этим. Марк, не будь таким. Это справедливо, Мэри. Ты не знаешь, как мне было тяжело. Тебе было легче. Ты ушла к мужчине, который ждал тебя. А я остался один. Я теряю жену. А может быть, и моего ребенка. Пойми, Мэри, если ребенок мой, я хочу, чтобы он носил мое имя. Решай. Грант?
Грант? Мейсон. Выпьешь что-нибудь? Бокал вина? Нет, спасибо. Лучше скажи сразу, что тебе нужно. Хорошо. Я хочу вернуть свое право на рождение, которое отнял у меня, да и у тебя, твой отец. Я не уверен, можно ли сравнивать эти ситуации, Грант. И потом, почему я вообще должен участвовать в ваших схватках? Мейсон, в моей власти поделить Capital Enterprises на две равные компании и стать владельцем одной из них. Но у меня нет нужды в деньгах. Нет желания здесь жить и заниматься этим бизнесом. Вот, может быть, ты захочешь стать первым помощником командира. Единственное, что я хочу знать, Грант, при чем здесь моя мать? Лайонел сказал, что это касается Памелы. Не удивляйся, Мейсон, но до того, как она вышла за Сиси, у нас была любовь с твоей матерью. Все могло бы быть по-другому, но у моего брата были свои виды на Памелу. Он хотел сделать ее своей. Она была красива, эффектна. Вряд ли для Сиси что-то значило ее происхождение и деньги. Главным была сама Памела и его желание отнять ее у меня. Поэтому он и разорил меня. Что ты говоришь? Я говорю, что твой отец настроил Памелу и моего отца против меня, Мейсон. Он обвинил меня в том, чего я не совершал. Он меня опозорил и лишил наследства. Женился на Памеле и заполучил Capital Enterprises целиком, не оставив мне ничего. И вот теперь я, наконец, смогу доказать, что он со мной сделал. С моей помощью. Тебе известно, как твой отец обращался с Памелой и что, в конце концов, он ее бросил. Теперь я вернулся отомстить за нее и за себя. И хочу, чтобы сын Памелы помог мне в этом. Чудесный вечер. Теплый воздух. Эта песня была на нашей свадьбе. Мадам. Я помню, как ты выглядел. Ты очень нервничал. Я? Не может быть. Наверное, тебе было неловко перед публикой за свадьбу на пляже. Просто я хотел, чтобы мы дали клятвы там, где встретились. Это было удивительно. Родные и 400 ближайших друзей. О нас много говорили, помнишь? Мы были нетрадиционной парой. Я считался бунтарем, впрочем, как и сейчас. А что ты смеешься? Ты сама была такой. По-моему, наши детки это унаследовали. Тед последний. Настало его время вылететь из гнезда. Да. Но мне бы хотелось, чтобы он рассуждал более здраво. Сиси, это его жизнь, не твоя. Если он думает, что я останусь в стороне и позволю ему делать то, что ему хочется, он ошибается.
Хотя, ладно. Ну, хорошо. Пожалуй, лучше нам с тобой не обсуждать ни наших детей, ни Лайнела. Ты прав. У нас и так достаточно разногласий. Ну, не так уж и много. Сиси? Что? Что с тобой? Что? Что? Ты так смотришь, ты что-то не договариваешь? Кажется, мне пора наконец признать, что кое в чем я был неправ. Правда? Пора? Да. Я знаю, что ты не встречаешься с Лайнелом. Наконец-то ты это понял. Но кое-что ты мне не простишь. Я лгала тебе о Ченнинге. Не надо. Хорошо. Послушай, нам так много нужно сказать друг другу. Так, два верхних ящика в порядке. Вот так. Просто замечательно, что прежние жильцы оставили нам своего ручного динозавра. Этот парень напоминает мне моего старого друга. Будем звать его Дадзилла. Забавно. Пожалуй, мне не стоит обижаться на отца. Я ему даже немного обязан. Да? Как это? Если бы не он, мы бы не поселились тут. Так это все назло отцу? А не ради меня? Подожди, Хейли, все не так. Я сама. Хорошо. Кажется, наполняется. Не увлекайся, а то лопнет. Не волнуйся. Ты точно справишься? Точно справлюсь. Хорошо. Какой шкаф ты хочешь? Все равно. Побольше или поменьше? Все равно, у меня немного одежды. Вот тогда тот. Не надо. Спасибо. Да что ты, мы купим одежду. Тед, я же сказала. Хорошо. Иди сюда. Что с тобой? Ничего. Ничего? Расслабься. Хейли, скажи мне. Скажи. Я устала, наверное. Мне надо немного поесть, вот и все. А как насчет остального? Чего? Ну, того, вот что ты сказала, что боишься привыкнуть. Помнишь? Я хочу есть. Ладно. После ужина ты поможешь мне развесить плакаты? Обязательно. А этот подойдет вот сюда. Смотри. Мейсон знакомится с Дадзиллой. Сантана, ты не видела Мейсона? Нет. Если увидишь, попроси его позвонить мне в клинику. Хорошо, но я не собираюсь здесь задерживаться. Я кое-кого жду, и мне это уже надоело. Надеюсь, ты скоро дождешься. Привет, я опоздал. Как всегда. Мне все равно. Почему бы тебе не поужинать в одиночестве?
Сантана, пожалуйста, не будь такой. Если бы ты пришел час назад, я бы была не такой. Как только я решила признать, что заблуждалась, ты нашел другой способ показать, что тебе наплевать на меня. Спасибо тебе за это. Извини. Я же сказал, что я не рассчитал время. Надо было забросить Брэндона. Я задержался у Гэпвеллов. Хорошо. Я не злюсь на тебя. Просто у меня не получается быть с тобой такой, какой я хочу. Я всегда все порчу. Я не виню тебя за то, что ты предпочитаешь мне другое общество. Спасибо, что дождался меня. Да, о чем ты говоришь? Все нормально, дорогая. Да, кстати, тебе тут звонили. Я тебе хотел об этом сказать. Кто? Охранник из конторы Кэпвеллов. Зачем? Насчет брата. Теда? Нет, Мейсона. Он в архиве, и, видимо, охранник чувствует себя не очень уверенно. Он хотел уточнить, имеет ли твой брат право знакомиться с документами. Это странно. А как все в твоем брате, или ты не замечала? Подожди. Я только и делаю, что жду. Хватит уже. Хорошо, пройдемся. Нет, я пойду одна. Так будет лучше. Не ходи за ней. Что? Ты слышал? Не ходи за ней. Джина, уйди с дороги. Не делай этого, Круз. Отойди, пожалуйста. Круз, я знаю, куда она идет. Тебя там не ждут. Прекрасный вечер. Я мечтал об этом. Надеюсь, я ничем не испортила его. Ничто не могло его испортить. Так-так. Счастливая парочка отмечает удачный развод. Мейсон, по-моему, тебя не приглашали. Я был рядом и решил зайти. Поздравить вас с годовщиной изгнания моей матери. Что ты несешь? Нет, постой, не надо говорить. Просто иди, откуда пришел. И все же, папа, нам надо поговорить. Поговорим? Что это? Вот, папа, это старая бухгалтерская книга. Странно, что ты сразу не узнал ее. София? Ты прекрасно выглядишь. Спасибо, Мейсон. София, ты когда-нибудь интересовалась, почему отец главный акционер Capwell Enterprises? Вообще-то нет. А зря. Отец все время обвиняет Лайонела в том, что тот украл у него любимую женщину и пытается его разорить. Хотя дорогой папочка сам проделал то же самое со своим братом. Мейсон, эта история стара как мир. Да-да, но я покопался в этой истории, папа, и нашел кое-что весьма интересное. Очень интересное. Какую нелепицу ты сфабриковал на этот раз? Ты правильно подобрал слова, папа. Выяснилось, что много лет назад было сфабриковано обвинение против твоего брата Гранта. Помнишь? Если к этой главной книге прибавить информацию, которую я раздобыл из других источников, станет ясно, каким образом ты устроил так, будто Грант все присвоил. Это интересная история, отец. Это ложь. Не думаю, папа. Значит, мой брат по-прежнему стремится мне отомстить. Сначала он использовал своих детей, теперь добрался до моих. Если честно, отец, мне плевать на тебя и твоего брата. Меня волнует моя мать. Она ведь была целью. О чем ты говоришь, черт возьми? Я? После позора Гранта ты одним махом заполучил и Capwell Enterprises, и мою мать, не так ли? Теперь послушай меня, мистер. Я не сделал ничего плохого своему брату. Он сам виноват. Он сам разорил себя, ты понял? Отец, это подтверждает, что ты лжешь.
София, на твоем месте я бы не торопился снова войти в созвездие отца. Оно может засиять по-новому. Ты ведь и не предполагал, что тебя подловит твое прошлое, да, папа? Все вернулось на круги своя, и ничего хорошего из этого не выйдет. У нас достаточно материала, чтобы разоблачить Capwell Enterprises. Ты можешь потерять свое владение, а когда рушится замок, можно погибнуть под его обломками. Не забывай об этом, отец. Мне совершенно ясны твои мотивы. Разлучить нас с Сантаной и предпринять еще одну попытку вернуть Брэндона. Ничего не выйдет. Это все не то, Круз. Я знаю, что Сантану будет трудно лишить опеки над Брэндоном. Тогда почему ты продолжаешь лезть не в свое дело? Я не могу видеть, что ты не замечаешь, как твоя жена бросается в объятия к другому. Джина, нельзя ли потише? Уже весь ресторан знает, что ты думаешь о Сантане. А ты разве не видела, как Сантана приходила сюда с одним джентльменом? Ни раз и ни два. Если ты говоришь о Кэти Тиммонзе, то что тут такого? Они дружат со школы. С каких это пор старые школьные друзья встречаются в закрытом баре на пляже вечером? Что? Именно там Кейт Тиммонс ждет сейчас Сантану. Я уверена, что она пошла туда. Мне есть чем заняться, вместо того, чтобы выслеживать свою жену. Мне жаль тебя, Круз. И тебя тоже. Я вам благодарна за то, что вы спасли меня от тюрьмы. Я пытаюсь вам помочь. Когда вы, наконец, поймете, что созданы друг для друга? Вы стараетесь быть честными по отношению к Сантане. Но ваши благородные жертвы никому не нужны. Вы двое не интересуете Сантану. Ее волнует только Брэндон. Ладно. Я вижу, вы не слушаете меня. Я зря стараюсь. Извини. Прости ты, что я вмешалась. Это уж слишком, да? Понимаю. Да. Я думаю... Мне надо идти. Да, пока. Ну как? Ты готова для Монтичита? Да, но сначала давай заедем в одно место. Нет, точно. Хорошо. Ну как, устойчиво? Качка, так и должно быть. А морская болезнь? Не знаю. Посмотрим. Это здорово. Ай. Что случилось? Ничего. Нет, постой. Ничего. Скажи. Это кровать? Нет. Извини, что я не веду себя так, как ты хочешь. Хейли, объясни мне. Я не могу. Что? Мне неловко. Почему? Ты не хочешь быть со мной? Хочу. А что тогда? По-моему, мы слишком торопимся. Я понял. Мы ведь еще только узнаем друг друга и уже живем вместе. Я в шоке. Да, заметно. Тед, я серьезно. Но Тед, я пытаюсь поговорить с тобой, но это совершенно бесполезно. Хорошо. Я все понял. Я придумал кое-что получше. Кейт. Ты здесь? Мейсон не видел тебя? Он проходил тут и, может быть, еще поблизости. Кажется, там вечеринка. Я видела огни.
Может, пойдем в другое место? Куда пожелаешь? Я так счастлив, что ты пришла. Зря я это сделала. Не говори так. Это несправедливо. Я... Перестань. Я не знаю, что делаю. Ты страстная, красивая женщина. Ты видела Круза в ресторане? Да. С Иден? Нет, кажется, нет. Мы поругались. Я начинаю думать, что сама во всем виновата. Знаешь, что с тобой происходит? Ты перестаешь любить Круза и влюбляешься в меня. Можешь мне не верить. Не знаю, не знаю. Обними меня. Я мечтал об этом весь день. Мейсон. О, черт. Пошли. Нет, нас заметят. Господи. Может, уже пора перестать прятаться? Послушай, пока ты замужем, мужчина с таким положением, как я, не может не прятаться. Иначе я потеряю все. Поняла? Вот так. Тед, не уходи. Мы решили? Да, извини, это все я. Извини меня. Нет, это я. Нет, я, извини, я извини. Ты хочешь поссориться? Нет. Нет. Я не хочу поссориться. Ну, хорошо. Мы оба понимаем, в чем дело. Мы оба хотим, чтобы у нас все получилось. Но у нас никогда не было таких отношений. Да они не могут быть так сразу. Правильно. Их надо построить, и я этого хочу. Я тоже. И не уходи. Я не хочу ссориться с самого начала. Мы не будем. И все-таки я должен уйти. Ты сама сказала, надо подождать. Вот и подождем. Хорошо. Давай я посплю сегодня в другой комнате, а завтра поищу себе квартиру. Хорошо. Только... Да. Ненавижу эту кровать. Я люблю тебя. Что ты сказала? Ты хороший. И я люблю тебя. Ты не выглядишь победителем. Это не твое дело, Мейсон. Конечно, но завтра рассматривается вопрос об аннулировании брака. Будь в форме, я не хочу неприятностей. Точно. Неприятности — это все, что я видел от тебя. Не волнуйся, я буду. С похмелья? Мейсон, я говорил с Мэри. Ты хочешь развода, чтобы успеть пожениться до рождения ребенка? Я помогу вам. Действительно помогу. Хорошо. Я немного волновался, что Мэри встречалась с тобой одна. Она еще моя жена, Мейсон. Она не была ею фактически, Марк. Говори, говори. Мы с Мэри должны были быть вместе с самого начала. Правильно. И у нас будет ребенок. Да, смотри, будь хорошим отцом, Мейсон. Ведь этот ребенок может быть моим.
Я... Что ты здесь делаешь? Конечно, это не мое дело, но Джина была так убедительна. Хотя здесь никого нет. Сантана была не в себе. Я беспокоюсь. Не скажу, что мне бы хотелось застать их здесь. Что? Многое из того, что говорила Джина, так и есть. Я не могу жить без тебя. Я устала приносить себя в жертву. Я бы хотела, чтобы Сантана была слабой, чтобы я тоже могла позволить себе слабость. Я хотела бы этого. Иден. Я больше не могу так, Крус. Не могу больше притворяться. Притворяться, что не люблю тебя, а ты меня. Ты понимаешь?